тот день на итальянской автостраде «Солнце» я умерла. Так решили врачи. Сложные переломы и кома. Это был приговор. Осторожно! Очнулись, наконец. Вы знаете, что родились с серебряной ложкой во рту? Выжить в такой аварии – это чудо. Анна. Анна. Как Анна? У вас болит голова. Кто такая Анна? Что? Со мной в машине была женщина. Cosa? Что? Эква! Она здесь. Porta la barella. Принеси носилки. Attenzione. Осторожнее, может быть сломан позвоночник. Он больше не придет. Что это? Извещение из министерства. Да, я. Польский офицер Герман Бернер погиб в боях под Ленина. 43-й год. В Беларуси. В том же году. Сразу после свадьбы. А папа? Как же папа? Скажи ей. Мама. Ей давно уже пора знать. Скажи ей. О чем вы говорите? Вы знали что-то про папу? Вы знали? Его нет уже давно. Нет. Тогда, в 39-м, 10 лет без права переписки – это... Был приговор. Значит, расстрел. Нет. Просто тогда не знали. Разве было извещение? А ты видела его могилу? Вот видишь? Вы не знаете, вы ничего не знаете. Бывают же чудеса.
Может, он убежал, так как мы. Тюрьма – это не страна сказок, Аня. Вы бросили его. Уехали. А может, он где-то ищет нас сейчас? Вы предатели, вот вы кто. Аня! Не ходи сейчас туда, не надо. Ты украла мое мыло, да? Я ведь зашла в ванную сразу после тебя. Вот мыльничка есть, да? А где мыло? Где мое мыло? Я тебя спрашиваю. Не знаю. Как это не знаешь? Чем же ты стираешь? Ну чем? Это мое мыло. Это не я. Что не я? Что не я? Тогда кто его взял? Я что ли сама у себя забрала мыло? Мое мыло. Ты умница, Анна Виктория Герман. Ты справишься с этим. День добрый. Добрый день. Здравствуйте. Добрый. Ты несправедлива, Аня. А, кстати, если вам интересно, я поступила на геологический. Теперь у меня будет земная практичная профессия. Больше никакой музыки, рисования, песен. Все, как вы хотели. Аня. Я найду его. Не знаю как, но найду. А на филологии венцы в одной девчонке. А на филологическом красиво больше. Надо было туда поступать. Прошу увагу. Прошу внимания. Найперв прагне. Во-первых. Погратуловать панству. Хочу поздравить вас. Таемничения. С посвящением в интереснейшую область знаний о нашей земле. Геологию. Чем освятчить панству. И хочу заверить. То, чему вы будете учиться, не только о скалах, будет касаться не только пород. Прежде всего, вы научитесь понимать основы жизни на Земле. Не, занято, занято. Нет, здесь занято. Геология – это комплекс наук о земной коре и более глубоких сферах Земли. В узком смысле этого слова – наука о составе. Простите. Ну-ка, так, можно войти? А панинка же не помылила? А вы не ошиблись? Секция баскетболисток занимается в другом корпусе. Угощаешься? Можно я сяду? Сделайте одолжение. Только прошу уважать. Только поаккуратнее. Мамы низкий суфит. У нас низкие потолки. Спустимся на первый заезд. Ты что, опоздала на первую лекцию? Я вообще не знаю, что я здесь делаю. Есть наука о Земле. Я кто? Да. Слушаю вас. Прошу, прошу. Пожалуйста, пожалуйста. Пане профессоре, чи... Профессор. Правда, есть, что в часах старожитных... Правда, что в старину все тайны геологии были известны только гномам? Нет. Вас обманули. Прошу. Простите. Это геология. Что такое геология? Гео. Геос. Грецкого земля. Дякую. Логос. Спасибо. Петр. Я Петрик, староста курса. Аня. История земли.
свойствами и историей Земли, а также процессами, происходящими в ее недрах и на ее поверхности. Действуй, Аня. Или ты ждешь, когда появится сказочный принц и спасет тебя из башни? Но знаешь что? Нет башен. И принцев нет. Если нравится, делай первый шаг. Господа первокурсники, записывайтесь в секцию спелеологии. Разбавим теорию практикой и вином. Кто со мной под землю? Меня запиши. Багуся Родзинска. Это не для тебя. Ты под кровать залезть боишься, а хочешь зайти в пещеру. И меня запиши. Ян Баруля. Мне запишь. Меня запиши. Анна Герман. Анна Герман. Королева Анна. Королева Анна. Люблю смелых девушек. Кто еще? Опоненка? Может, вы? Боимся? Боитесь? Я? Кто я? Пиши, Магда Яневская. Пиши, Магда Яневская. Что ты робишь? Что ты делаешь? Первый шаг. Добро, то мне тоже. Хорошо, я меня запиши. Янечка Вилька. Так же очень чипу информацию отнесла. Не хочу, чтобы твой дух пугал меня по ночам. Я уж не могу. Не могу больше. Устала? Помогать. Тебе помочь? Опа. Видишь? Где? Учись. Может, тебе помочь? Может, тебе помочь? Нет, иди, сама справлюсь. Но это пенькие. Как здесь красиво. Судовнее. Прекрасно. Заспевай что-нибудь. Спой что-нибудь. А, бо вы еще да, не видите, вы еще Аня не знаете, что у Ани ангельский голос. Не, неправда. Нет, неправда. Я не спеваю. Я вообще не пою. Заспевай, Аню. Спой, Аня. Яночка только жартовала, правда? Яночка пошутила, не, правда? Не жартовала, нет, я совсем заспевай. Не шутила. Спой. Ну как, готовы? Ну что, готовы? Идем, ничего не тратим из очков. Идем по цепочке. Не теряем из вида ведущего. Дай руку. Давай руку. Аню. Анна. А ты что, застаешь? Ты что, остаешься? Почекай. Я сейчас. Что с тобой? Ты как? Пожалуйста. Нормально. Шестка, пожалуйста. Я нормально. Идем. Пошли. Древние люди думали, такие пещеры действительно служили входом в страшное царство мертвых. Я боюсь. Давай руку. Глупый. Дурак. Давайте пропоную, чтобы мы в этом месте разделили. Здесь предлагаю разделиться. Не думай, что? Тебе плохо. Может, врачу? Может, вернемся? Останься тут. Я останусь здесь. Это важно? Точно. Ну, хоть. Идем. Куда ты меня тащишь? Испугалась? Что вообще?
Ты что, боишься? А где есть Магда? А где Магда? Они знали выйти на гору. Они нашли лаз наверх. Я. А я? Я что хочу, Миша? Знаешь что? Пойдем-ка. Пошли за тобой. Я лучше посижу. Хоть мне покажете. Пойдем, покажу кое-что. Боишься темноты? Я боюсь темноты. И стен. И стен. Яночка, мне нравится, я еще боюсь. Яночка права, немножко. Мне страшно даже под кровать залезть. Спивать ровнешь, я боюсь, что? И петь тоже боишься, да? А замкни очи. Закрой-ка глаза. Послушайте, нужно вернуться. Там осталась Аня. Петрик по ним вручил. Петрик вернулся за ней. Открывай глаза. Попац. Посмотри. Видишь? Видишь? Там есть еще до днища. Там вершина холма, хоть мы и под землей. Под землей, но... Но точно выше уровня моря. И солнце, и солнце совсем рядом. Можешь перестать себя бать. Так что ты можешь больше не бояться. Рачевище. Конечно. Раз лепеще чую. Теперь я чувствую себя лучше. А ты разве что? А теперь знаешь что? Заспевай. Спой. Тут тебя никто не услышит. Здесь никто тебя не услышит. Нет. Я тоже могу заткать. Если уши. Хочешь, я закрою уши. Но буду подслушивать. А что мог заспевать? А что спеть? Что-то ангельское, очевидно. Что-нибудь ангельское, конечно. Что это? Там. Это там. Уважай. Осторожно. Никогда ничего подобного не слышала. Я никогда такого не слышал. Ты можешь спевать, Аню. Ты должна петь, Аня. Обещаешь? Обещаешь? Обещай. Обещай. Не будет. Я не пойду. А пошли же пойдем. Нет, пойдешь. Нет, я заболела. У меня температура. Аня. Нет, Аня, там все ждут. Ты должна спеть для людей. Я не помню там слов. Я ни слова не помню. Где Петрик? А где Петрик? Мужика поджимать за рынка. Я должна подержать его за руку. Немножко. Ребята, запомните, ваше выступление завершает концерт. Где Петрик? А где Петрик? Не думайте там позже. Где-то там. Прошу. Извините.
Шановні Państwo, уважаемые студенты, второе отделение открывает лирическая баллада в исполнении студентки факультета геологии Анны Герман. Просим. Аня, где ты бываешь? Аня, где ты бродишь? Быстро на сцену. Не выйду. Выйдешь? Выйдешь. Нет. Не буду больше петь. Никогда. Никогда. Тоже мне в том уверен. Правильно мне дома говорят, что петь нужно только для Бога. Прошу. Извини. Бабушка. Что? А призвание есть у каждого человека. У каждого. А какое у тебя? Как у всех. А разве оно одно у всех? Конечно, одно. Жить жизнь с Богом и остаться человеком, а не скурвиться, как здесь говорят. А петь для других людей – это призвание? Опять петь для других людей. Спи, певица. О,
Попрошу 10 лодов. 10 порций мороженого. 10? 10. 10. 10. Ты то все съешь? Ты все это съешь? Это такой эксперимент? Нет, просто зачем мне голос? Уже не могу спевать. Если не могу петь. Ну так, харакири. Ясно, харакири. Я тебе помогу. Тогда знаешь что? Я тебе помогу. Просто мне пеешь. Экзамены с вами недолго. А то экзамены на носу. И вообще. Моя вина. Это все из-за меня. Дай спокой, Аню. Ничего, Аня. Не сбила, а зато по биологии что? Зачет пей, пропущу. Пей. Останусь с тобой. Я с тобой останусь. Еще того бы браковало. Еще чего не хватало. Ице, слови, лети, птичка. Пой. Не вен на вид зашпевать. Петь я больше не буду. Здоровье. Глупости все. Застанем агрологами. Будем с тобой геологами. Добрые. Это хорошая. Потребный завод. Нужная профессия. Ну, лечься. Выздоравливай. Ладно, вечером. Зайду вечером. Пока. Господин Скомский. Телячка, пани директорже. Минутку, господин директор. Пани Скомский. Господин Скомский. Пани Скомский, зачем вы пан? Господин Скомский, ты почему вы убегаете? Вы кто? Кто, выслал? Кто вас прислал? Вы следите за мной? Нет, что вы. В таком случае, до свидания. Припинаем иглами жабы. Лягушку прикрепляем иголками к приправальной доске. И проверяем, как работает ее сердце и другие органы. Затем в открытый спинномозговой канал вводим зонд и отравляем мозг. Но для того, чтобы усыпить лягушку. Жабка. Занужаем ее. Опускаем ее в эфир. Вы пальцы на своих столах. Который стоит на ваших столах. Занужаем. Опускаем. Ну и как там? Ну как? Все жабки уже уснули. Все лягушки уже уснули. Сиди тихо, маленькая. Герман. Герман. О что ходи? В чем дело? Где есть пани жаба? Где ваша лягушка? Учекла. Убежала. Учекла. Убежала. Ну, то уж вручила. Ну вот, уже вернулась. Прошу, Дарья. Пожалуйста. Пане профессоре. Господин профессор. Я так не могу. Но я так не могу. Мы ведь не фашисты. Но что ж такого? Как вы можете? Как пани может? Как вы смеете? Вы понимаете, насколько важны опыты, которые мы здесь проводим? Извините. Анна Герман есть. Но Анна Герман вызывает в деканат. Извините. Я должна идти к декану. Простите. Коротко. Маленькая.
Ты хоть позвонила? Ты с ума сошла. Еще не подзвонила. И еще спасибо мне скажешь. Но я не смогу. Ты же знаешь, Аня, ты должна хотя бы попробовать. Идем. У тебя нет совести. Я ведь там умру со стыда. В этом будешь виновата ты. Хорошо, главное, чтобы ты добежала. Пойдем. Так вот, Едвига, просто выйти в красивом костюме – этого мало. Вспомни Станиславского, внутренний монолог, зерно образа. Погодите. Мне кажется, что если мы не начнем это в нынешнем году, то нам не удастся это и в будущем. Аня. Аня? Вы подождите, мне надо договорить. Думаю, это займет одну минуту. Извините. Извините. А, это вы? Ну что же, пригласите вашего Каруза. Коллеги, прошу садиться. Прошу садиться, это займет буквально 5 минут. День добрый. Здравствуйте. Это у вас голос ангела? Проходите, пожалуйста, с удовольствием вас послушаем. Интересно, что она делает? Она поет или танцует? Голос ангела, рост гренадера, оригинально. Что ж, начинайте. Что мне заспевать? Что мне спеть? Спойте что-нибудь из современной эстрады. Скажем, «Тихая вода». Слышали? Пани Ядвига, подыграйте. Громче. Не слышали, пани. Мы вас не слышим. Это ваш талисман? Или вы поете в дуэте? Нет. Нет. Что, прошу? Извините. Заспева пани? Вы будете петь? В порядке. Ну что ж, все верно. Стеснение на эстраде недопустимо. Идите. Дома будете скромничать сколько угодно. Спасибо. Коллеги, на чем мы с вами остановились? Что там было? Не говорите мне о нем. Еще было я не забыто. Он виноват один во всем, что сердце бедное разбито. Ах, не говорите мне о нем. Паненко. Девушка. Прошу припомнить, как себя пани называют. Как вы сказали ваше имя? Только легкой жизни не ждите. Цветы, поклонники – это в кино. Жизнь артиста – это тяжелый труд. Постоянные поездки, гостиницы, бутерброды, гастриты, работа. Так, да, но только я. Я не артистка. Я геологом. Я геолог. Будущий геолог. Думаю, геология без вас обойдется. А вот сцена скорее нет.
Только же я только я думаю, что мне, наверное, еще нужно учиться. Учиться? Они попросту... Милая, вам просто надо петь. У вас хорошая подруга. Это какой-то сон. Так это поведем в дом. Ну, а что тебе скажут дома? Так. Аннушка, а блузки они что, тоже в шахту? Там по вечерам будут танцы. Пускай берет. Может, познакомиться с кем-нибудь. А то все семинары, библиотеки, теперь вот практика в шахте. Усохла вся за год. Вон одни кости остались. Бабушка, пусть учится, если проснулась такая любовь к геологии. Ну, вроде все, Аннушка. Так, ну все, мне пора. Береги себя, слышишь? 2 месяца. Кто тебя кормить там будет? Так, это... Это... Если я еще когда-нибудь, почувствую перед концертом такой жуткий перегар, хоть от кого-нибудь, Марек, если еще раз, не знаю, что я с вами сделаю. Хотя нет, знаю. Будете петь и танцевать в сарае для свиней, молчать, когда я разговариваю с вами. День добрый. Здравствуйте. А, еще одно. И еще одно. Мамы в зесполе ново. У нас в коллективе новенькая. Познайте. Познакомьтесь. Анна Герман. Анна Герман. А теперь шепчутко, шепчутко. А теперь быстренько грузим декорации. Свои чемоданы положите потом. Добре, то завязалось? Ты хорошо это привязал? Не спаднет? Не упадет? Анеля? Анеля. А что тем разу? Что на этот раз? У тебя опять что-то болит? Ну, видишь, я артистка. Ты же говорил, артистка, что я артистка. А артисткам не положено носить декорации. Ах, да. Конечно. Тогда ты у нас будешь пить нектар и амброзию. Артистка. Артистка. А ты Герман? А ты Герман? Пани Герман. Госпожа пани Герман. Тоже есть артистка? Ты тоже артистка? Ну, то пани Джека. Ну чего застыла? Быстренько. Уже грузи, быстренько. В машину. И возьмите у меня это. Шибко, шибко. Быстро, быстро. Грузите это. Половина зала. Неплохо. Готовы? Готовы? Осталось полминуты до начала. Где африканки? А где четвертая? Где четвертая? Новенькая. Я здесь. О, Боже. О, Господи. Ну ты чудовище. А где ты, Маш, парик? А где парик? Не хватило. Но пенькнее. Ладно, начинаем. Как же без репетиции? Так, так. Будешь петь. Очисти сцену. Герман, а ты докон? Герман, ты куда? На сцену. Живо на сцену. Но. До котла, до котла. Лезь в котел, лезь в котел. Нечно. Неплохо. Зупełnie нечно. Совсем неплохо. Увага. Внимание. Зачинаем. Начинаем. Дима,
Давай мяч. Еще раз. Вот так. Давай еще. Еще раз подавай. Янечка, сейчас я тебя отдам, не трогай. Еще раз подавай. Давай, бей сильнее. Пас на меня. Быстро выходи из воды, она холодная. Кто тебе вообще разрешил купаться? Мама, еще 5 минут, пожалуйста. Смотри, ребята играют в волейбол. С твоим ростом только в волейбол. Загропанинка с нами? Сыграйте с нами. А может, пани профессорка змени здание? Может, госпожа профессорша передумает? Przepraszam, ale gram tylko w koszykówkę. Простите, я играю только в баскетбол. К сементам агеническим, которые влияют на земную кору, можем отнести движения изостатические, эпирогенические, диктиогенические, аэрогенические. До морфологичной деятельности чинников денудационных належат. Морфогеническая деятельность дождя, стоковые процессы, движение масс, морфогеническая деятельность дождя, споласкивание, деятельность воды, споласкивание, эрозии. Извините. К внутренним или эндогеническим силам можем отнести движения изостатические, эпирогенические, диктиогенические, орогенические. Извините. Нет. Нет? Нет. Нет, я не люблю волейбол. Нет, я не хочу мороженого. И нет, я не играю в карты. Извините. Я хотел только спросить, вы присмотрите за моими вещами, пока я буду плавать? Присмотрите? Дякую. Благодарю. И аккумулятивную к формам резьбы. Эй! Прошу пана! Где вы? Помоги! Помогите! Помогите! Что случилось? Там человек не всплывает. Где? Ну там в воде! Ну там в воде, быстрее, прошу. Где он нырнул? В каком месте? Господи, ну что вы все говорите? Там человек погибает. Извините, ради бога. Я правда испугалась. Потому что вы нырнули, и раз, вас нет. Нет и нет. Извините. Это я прошу прощения. Никогда сам себя еще не спасал. Простите. Мне ужасно стыдно. Ничего. Зато теперь я попаду в хронику Вроцлава. Представьте, я скромный герой романа, бросаюсь в воду и спасаю самого себя. Как барон Мюнхгаузен. Позволите? Збышек. Анна. Очень приятно.
Taka była pani zaczytana jednak. Вы были так увлечены книгой. И все же видели, как я плаваю. А я просил только, чтобы пани спойжала на мои. А я просил только, чтобы вы присмотрели за моими вещами. Пана рzeczy. Co? Часы. Ваши вещи. Я зараз. Я сейчас. Нужно вызвать милицию. Нет. Они не будут искать часы. А чемодан? Ничего особенного. Набор командировочного. Сменное белье, бритва. А документы и билеты? Они здесь. Господи. Боже, то всё из-за меня. Это все из-за меня. Правда, ничего не стало. Правда, ничего страшного. О, видя же пани. Я вижу, вы геолог. Я... В общем... Не-не-не, вем. Еще нет, понимаю. Вы еще студентка. Люблю людей точных профессий. Вы четко и конкретно, без всяких там траля-ля. Ну, а пан? А вы? Я? Я? Я ученый. Физик. Когда встречаешь родственную душу, то и часов не жаль. Ой, день добрый. Янечка, здравствуйте. Ты уже собралась? А они еще нет, ты подождешь? Ну, добре. Хорошо. Часы – это вообще зло. Они подчиняют людей. Получается, рабство какое-то. А вы меня освободили от этого. Представляете, Аня, если ученые еще и телефоны переносные изобретут. Все, пропал человек. Раб лампы. И на что только люди тратят жизнь? Что пан мана мысли? Вы о чем? Это же легкий хлеб. Как у стрекозы из басни. Все должны петь и развлекаться. Пани, например, выбрала иную. Но вы ведь избрали другой путь. Геология. Геология. Дальние страны, опасные шахты, исследования. Песни у костра. Да это не главное. А то, что вы, геологи, можете разгадать загадку, над которой мы, физики, бьемся годами, как это все появилось, как весь этот мир возник. Который час? Который час? Извините, пожалуйста. Просто я не часто знакомлюсь с девушкой, которая спасает меня от самого себя. Вот я и заговорился. Никто из моих друзей не поверил бы в это. А вы бывали в Варшаве? Простите, а в котором часу у вас поезд? Какой поезд? А, поезд. Ты здесь? Я сейчас, Костя. Аня, ну что ж ты, вы же опоздаете. Все, мамушка? Все, береги себя. Пока, мама. Начинь. Бежим, сейчас я тебе все объясню. Аня, компас забыл, Аня! И топорик. Спасибо. Не догоните, я быстрее. Сейчас посмотришь, как догоним. Вась. Возьми. Но компас-то... Хорошо, я компас, думала, ясно, топорик? Зачем и топорик. Ну, прошу, не извозь. Не злись, пожалуйста. Мне так не нужно. Лучше Аня, так нельзя, ты должна сказать им, наконец. Знаю, но если до сих пор не смогла, как теперь сознаюсь? Скажу им, когда получу диплом. Быстро. Фишко, господь, когда мы на пляже? А знаешь, кого я встретила сегодня на пляже? Важнее, 2 сантиметра. Неужели на 2 сантиметра выше тебя, и ты его отпустила? Вон. Ведь он... Думает, что я геолог. А певиц он, кажется, презирает. Аня. Давай, шибко. Давай быстро. Прошу, ни слова. Хорошо, иди. Спасибо. Дворец. На вокзал.